также с предоставлением доказательной базы, если это в управлении Роспотребнадзора, то предоставляется копия договора ОСАГО, чеки, квитанции и другие материалы. Еще раз возвращаясь к тому, что договор ОСАГО является публичным договором, и он обязателен к исполнению, то в данном случае можно сказать, что если страховщик или страховая организация не заключает договор, то необходимо нарушенные права потребителей, естественно, только в рамках гражданского судопроизводства. То есть гражданин может подать иск о понуждении заключения договора ОСАГО в судебном порядке. И в этом случае другая сторона, то есть страховщик, обязан человеку, гражданину, возместить ущерб за счет того, что не было представлено ему это страхование. То есть этот ущерб может состоять как из материального ущерба, так же и из морального. То есть это все необходимо указывать в иске. Должна сказать, что Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области вступает в судебный процесс как государственный орган для дачи заключения по делу, если об этом ходатайствует гражданин или по определению суда.